Ну вот, по милости Божией, 2 июня 2024 года мы мост Барнаульский прошли в одном направлении. Это у нас тесто в гостях, отец Константин с сыном Максимом. И мы дошли до этой стороны, ну и показать, кто знает, как здесь машины идут. И вот как залито все. Вон где река, это быки, вот эти называются. 5 только, 3, 4, 5. А то 6 и 7 оказались в воде. И тут не заржавеет ничего. А тут машины идут, это в направлении Новосибирской. А вверху это какого года, что было, какой город завоеван. Дальше там видно Барнаул. Посмотри, сколько воды нынче много. Я в прошлом году будто бы не видал столько воды. А вот она заворачивает машину и прямо под низ пойдет. Или нет, здесь она наверх идет. Вот мост прекрасный. Вон он, гляди, Берлин. Последний. А тут мы шли, последний начинается с Москвы. О, так. О, Берлин, 45-й. Победа чем закончилась? А там, смотри, там наоборот говорится, что там Москва первая. А второй какой город, там что написано? А? Там еще написано? Москва? Да, Москва. Ну вот это еще первая Москва освободили. Вот увидел. Победа, отбросили от Москвы. Ну а тут концовка. Прага. О-о-о! Вот сейчас мы посмотрим телевышку. Тут я ее не увижу, но кому надо, тот и засмотрит. Не знаю, видно или не видно. Солнце с той стороны. Какая высота. Через край тут никогда не пойдет. Вот, 6 осей. Да. Или один колесо, может быть, не рабочее. Нет, когда груз большой, он его ставит тоже. А-а-а. Вот так. Вот там видно Барнаул. Мост качается, слышу. А Вена, а с той стороны мы шли.